Привет, дорогие друзья! С вами Жака. Вот, и этот видеоблог я посвящаю вообще как бы поездкам без туроператора. Вот, куда хотел, туда поехал. Что хотел, того сделал. Нет программы. Вот, и мы как бы изначально посчитали, что это получится намного дешевле, и решили проверить на себе. Вот, и реально сняли много вот интересного познавательного видео, начали с Таиланда. Вот, и как бы цель нашего видеосъема заключается в том, чтобы показать вам, вот насколько реально поехать без тура и увидеть то, что хочется увидеть самому, а не то, что как бы навязывается по туру, по программе. Вот, скажу честно, не жалею, все получилось отлично. Правда, как бы нужно настроиться, потому что все говорят, как так, едете в никуда, в чужую страну, туда-сюда, как бы там навевают страхи. Но на самом деле главная цель и уверенность в себе, и все получится. Плюс, скажу честно, мы как бы проверили некоторые вещи на себе. Да, в чем-то обожглись изначально, но теперь мы более подкованы и хотим поделиться с вами своей как бы информацией. Вот, у нас как бы на канале много видеоблогов, по которым вы сможете как бы посчитать себе и определиться, чем вы будете заниматься по прилету как бы в Таиланд. Ну, начинаем мы с Таиланда. Вот, и я думаю, это будет полезная для вас информация. Вот, скажу честно, все видео сразу не получается выбросить, будем скидывать их по факту обработки и как бы по такому как бы направление, чтобы вы смотрели одно за одним и понимали всю суть ситуации. Я думаю, оно вам поможет. Вот, и мы для вас старались. Видео снято без никакого монтажа, в реальных событиях. Если есть какие-то там плюсы и минусы, извиняйте сразу. Вот, такое вот хом-видео, реалити-видео. По факту, как оно есть, вот как было, так снимали, так и выкладываем. Смотрите, я уверен, будет интересно. Будут вопросы, подписывайтесь на канал, пишите. Я по максимуму вам отвечу в мере своей компетентности. С вами был Жака, до следующего видео. И мы начинаем, это было вступление. До скорой встречи, пока.